1 мая – день весны и труда или Международный день трудящихся, возникший в середине 19 века в одном из рабочих кварталов Австралии. Сегодня он отмечается в 142 странах мира. В Махачкале в центре города прошел митинг, организованный представителями КПРФ. Подробнее в нашем следующем сюжете. Я коммунист! Во мне дух горца-деда, не сломленного тяжкой судьбой. Я коммунист за ленинское дело, готов идти хоть каждый день на бой. Патриотические стихи и лозунги, красные знамена и транспаранты с призывами. Площадь перед зданием Кумыкского театра напоминает съезд партийных активистов эпохи коммунизма. Под стать написанному на плакатах и речи выступавших. Организаторы уверены, мир, труд, май актуально и сегодня. Лозунги сегодня наши таковы, уважаемые товарищи. Власть труду, труду и трудовому народу, а не капиталу и капиталистам. Наша цель – социализм. Да здравствует марксизм-ленинизм. С праздником вас, дорогие товарищи! Здесь собрались исключительно сторонники коммунистической партии. С трибуны говорили о проблемах трудящихся, о повышении заработной платы и о политической обстановке в странах Европы. Впрочем, для большинства молодежи политизированность праздника не столь важна. Для многих 1 мая – это просто старый добрый праздник. Этот праздник не столько политический, это народный праздник. В этом празднике должны участвовать все, не имея значения какой национальности, потому что это праздник наш, потому что победа, если бы не было этой победы, не было бы сегодня, не было бы и нас. Мы должны благодарить то поколение, которое сделали это для нас, сказать им большое спасибо и никогда об этом не забывать. В этот же день молодым людям, вступившим в ряды Компартии, по традиции выдали партийные билеты. Завершился митинг праздничным концертом. Написать Чамхалова, Руслан Салихов, Расул Дибиров. Время новостей.